Так, эти четыре. Мы заправляем, так как мы их будем устанавливать сразу вместе с металлическим кольцом. Все, заправляю последний. Смотрим сразу, чтобы они у нас стояли ровненько. Беру смазку. Смазку Фэби 31942. Беру манжет, смазываю ее по всей площади и вставляю в цилиндр. И так все четыре. После того, как мы вставили, мы проверяем, чтобы все у нас стояли ровно и не перевернутые были случайно. Нет, все стоит у нас ровно. Теперь берем кольцо. И устанавливаем его ровненько. После чего мы берем оправочку. Оправка у меня 54/44. И аккуратненько. Можно это сделать в тисках. Я так делаю. Все, хорошо видно, что он стоит на месте по всей площади, по всей плоскости. Устанавливаем остальные 4, то есть устанавливаем остальные 3. Все пыльники установил. А теперь вставляем поршеньки. Берем поршень. Смазываем, он легко встает на место. Покачиваем его немножко из стороны в сторону. Все, поршень заходит и заходит до самого конца. Все у нас 4 поршенька стоят на месте. Теперь нам надо это все дело собирать. Штуцер, как я и говорил, почищу его, почистил, закручиваю на место. Как я подозреваю, что
не предусматривается разборка и переборка суппорта, как делаю я. Потому что в комплекте вообще не поставляются, не детализируются вот такие запчасти, как втулка вот эта. Вставляю ее на место, и эта втулка фиксируется внутри вот такой вот металлической. Я их промыл, продул и смазал силиконом. Вот так вот. Болты я также почистил. А теперь берем и скручиваем все это дело. Так вот это все выглядит. Сейчас посмотрю, правильно ли я установил. Да, все верно. Установил правильно. Здесь полукруглые, вовнутрь идут острые края. Поэтому беру и смело закручиваю. Поставил 60 ньютон. Все, суппорт готов, можно идти устанавливать на автомобиль. Пока суппорт не поставил, посадочная на шланге почищу немножко. Коррозия делает свое дело. Беру суппорт, беру болт. И устанавливаю суппорт на место. Один болт наживил, второй болт наживил. Затягиваю.
суппорт затянул. Здесь протираем. Устанавливаю одновременно на место шланг и трубку в суппорт. Ставлю на место стопор шланга. И закручиваю штуцер. Все. Так, это прикрутил. Штуцер прокачки маленько подтянул. Устанавливаю колодки. Да, конечно, хорошо было бы новое поставить, гораздо приятнее. Но так как эти колодки живые, нецелесообразно их менять. Штифты я почистил, посмотрел, со второй стороны они тоже стоят так. Но с одной стороны это даже и удобнее. Удобнее потом вытаскивать, чем отсюда подлазить и ковыряться. Поэтому ставлю точно так же, смазываю их медной смазкой. Пружинки я тоже почистил. Теперь ловим. И одеваем. На место. Также и вторую. Здесь пружинку поддеваю, разжимную пружинку одеваю, и также эту пружинку тоже поджимаю. Все. Второй палец у нас тоже стоит, пружинки спокойненько двигаются, пальцы двигаются. Ставим шплинты. И развожу усики. Так, один. И второй. Что я делаю? Я снимаю струбцину со шланга. Открываю штуцер прокачки. Жду, когда побежит жидкость, и одену сразу в аккумулятор. Самотеком жидкость протечет быстро. О, побежала.
Вот таким образом в одного человека прокачиваются тормоза. Воздуха в системе нет. Главное смотреть, чтобы в бачке была жидкость. Я перепроверил, подлил. Подтягиваю. Шланг сразу, то есть на штуцер сразу не одел ключ. Все. Вот таким образом я сделал переборку суппорта. Аналогичным образом снимаю со второй стороны, точно так же перебираю, точно такой же ремкомплект, мою, чищу, собираю. И на этом замену ремкомплекта суппорта, переборку суппорта я закончил. Всего вам доброго. И скажем так, по скриптум не могу выдавить один поршень. Внутренняя сторона, это правая сторона, снимал колодку, не мог утопить, чтобы снять колодку. И так уже вытащил наружную колодку, открутил суппорт, сдвинул, снял колодку. Только так. А сейчас три поршенька выдавил, один никак не хочет выходить, я уже забрызгал его, подождал ВДшкой. Ну и пробую опять, постояло, думаю, может быть выскочит. Даже не движется. 10 атмосфер, а он двигаться не хочет. Вот такое вот бывает. И стучать-то по нему нельзя, чтобы в бок, как говорится, шевельнуть. Остается только... Сейчас я так вот попробую. Утоплю. Вот этот поршень. Попробую его крутануть. Маленько хотя бы шевельнуть. Если получится. Попробую. В любом случае нам его добывать надо. Выскочил как из бутылки. Надо было его просто шевельнуть, крутануть. Но он видно по грязи, как он закис. Вот это оно нестираемо. И это было как раз в манжете. Вот такое бывает. Всего вам доброго.